Ну, на самом деле, очень рад, что забил в первом же матче, пусть и товарищеский. Но я думаю, начало положено. Думаю, дальше будет больше. А так, в принципе, играли нормально. Поначалу немного расходились, ну, раскочегарились потом. И в концовке уже нормально играли. Такое ощущение, что вначале показалось, что немножко как-то сдержанно, что ли, как, ну, не то, что как на тренировке, но скорее не очень жестко играли против соперника. Ну да, но поначалу еще под нагрузкой немного играли, и поэтому нужно было немного разбежаться, чтобы почувствовать свою игру, чтобы почувствовать себя. Физическое состояние, как оцениваешь 45 минут? В общем, довольно интенсивные игры, да, молодая команда, бегучая. Не, ну уже нормально после, вот уже, после недели тренировок. Уже более-менее чувствуется физика уже, и легче бегается, дышится. Уже нормально. У тебя от тренерского штаба какое задание было на игру? Оттягиваться больше в центр, получать мячи и разгонять атаки. То есть ты не был чистым форвардом в этом смысле? Ну да, я, скорее всего, был как ложная девятка, как говорится. Наверное, так больше. Тебе свойственна эта роль, нравится она? Ну, я и в Рубине играл, в принципе, в этой роли. Из фланга, с любого могу. Мне как бы без разницы, где играть. Ну, сегодня как себя чувствуешь? Ну, на этой позиции? Как рыба в воде.